Всем привет, ребят! Что давненько мы уже не бегали в Brawl Stars. Появились у нас новые скины, сейчас я их заберу. Вот такой вот. Давайте посмотрим на него. На этот новый скин. Как он выглядит. Видите, можно так брать. Ух ты, прикольненько смотрится, конечно. Мне нравится. Нифига себе, обалдеть. Ну, делают, умеют, делают красоту. Так, ладно, с этим мы разобрались. Ну, конечно, Броком здесь играть неудобно, на геймпарде. Неплохой скин. Смотрится довольно-таки тоже неплохо. Значит, берем. Понравился, берем. Так, окей. Также у нас есть Барли с плюшками. Ничего себе. Поехали посмотрим на Барли с плюшками. Тоже интересно на это посмотреть. Пирогами кидает. Вот так вот, ребятушки. А ну-ка, поехали посмотрим на главный пирог. Неплохо так. Ну, не знаю, прикольненько, мне нравится, как смотрится, что-то притормаживает здесь. Так, окей, тоже забираем. Бум. Барли с плюшками, ну, неплохо, неплохо. Так, что у нас еще интересного? А, есть еще скин, я забрал на Карла. Тоже прикольно смотрится, сейчас вам покажу. Я в Бравл играю, честно скажу, в рандомчиках бегаю, не запускаю стримчики, не делаю видосики, потому что времени не особо много есть. Когда бывает свободное время, тогда я, скажем так, стараюсь побегать. Так, что-то мне не нравится, как оно подтормаживает. Вот так вот сапаем все подряд. Конечно, прикольный у него тоже супер удар. Засыпали всю грядку. Вот такой вот скин. Тоже довольно-таки неплохой. Так, это динамайка я посливал. У меня появилась интересная идея. Что если слить полностью? Вот я копил сколько там. Ну, я немного играю. Вот 9... 166, я в рандомчике играю, не гонюсь за кубками, слить кубки в ноль. И значит прокачку с нуля, сколько на это времени пойдет, пишите в комментах по поводу этого. И также сделаю конкурс, что вам надо по поводу конкурса знать. Быть подписанным на канал, открыта подписка должна быть, ну и сделать репост данного видоса. И разыграю, какое там у нас первое. В конце недели разыграю по Бравлу героя какого-то. Определимся по ходу. Ну, какого-то с Леги, то есть Легу. Либо кого-то другого, кого там будет не хватать на аккаунте. Такс. Поехали, короче, накидаем пирогов. Правда, подтормаживает, но я попробую все-таки нормально сыграть. Так, и у нас он, по-моему, не... мы его не переодели. Да, в этот раз без пирогов будет. Попробуем без пирогов. Неудобно с джойстика некоторыми героями играть. Все-таки на планшете это есть планшет. На планшете я вытворяю чудеса. Куда ты бежишь? Иди сюда. Так, хорошо, хоть наш подхватил. Хотел с пирогами поиграть, не получилось.
Да сколько можно меня так убивать? Ну, так нечестно. Бедного бардушку. Вот так сделал. Пакость. Отлично, затащили. Так, давайте посмотрим на скин. В общем, решил, в чем вся, скажем так, не, ребят, спасибо, хочу поменять скин. В чем вся суть, идея? Я вам сказал, интересно. Ну, то есть, для меня как бы никогда... Трудня узкос. Кубки не были самым таким, скажем, важным, поэтому я никогда не задротствовал в плане того, чтобы набивать кубки, не создавал тимы. Ну, то есть я люблю в рандомчике испытать героев, посмотреть, как они себя. Ну чё, как вам пироги, ребятушки? Лови пирог. Я сказал, лови пирог, один и второй. Да, конечно, печально, печально они его подтянули. Ой, это было обидно. Убегаем. Ай-яй-яй-яй. Я сказал, убегаем. Блин, да прикольно, вот нравится. На джойстике тоже прикольненько играть, я вам скажу. Реально неплохо. Стоим, ждем. Кто на пирог? Блин, перебил, сволочь. Ну и нормально, затащили. Ну что, дадут мне звездного? Не, не дали. Сожжали. В общем, прикольненько смотрится, не знаю, мне нравится. Так, что у нас интересного есть? Роборубка. Давайте сюда еще сбегаем. Надо будет подумать, какой-то турнирчик, наверное, создать, потому что многие из вас играют. Это надо... Кто-то реально обкурился, когда создавал эту дичь. Барли, блин, блондинка. Это, наверное, ко дню блондинок сделали. Скорее всего. Десятая ПМ. Как думаете, 5 минут продержимся? В принципе, должны.
Давай, Барлюшка, тащи. Правда, это не этот герой для этой локации, но все равно прикольненько. Мне нравится, как тащит. Тихоша. Накидали ему пирогов. Тихо, не убивай меня. Не надо меня убивать. Блин, ну прикольненько, конечно, пироги раскидывает. Ух ты! Злобно. Ой-ой-ой-ой-ой, ничего себе, меня убили. Это жестко. Вот больше всего не люблю вот этих снайперов, блин. Плохо, когда он бегает. Очень плохо ульту кидать. 5 минут должны продержаться, по идее. Тихо-тихо-тихо, держимся, ребятушки. Ай-яй-яй-яй. 5-0-9. Ну, видите, все-таки неудобно очень играть отсюда. Но зато 5 минут продержались. В принципе, все. Пишите комменты, что вы думаете по вопросам, которые я вам сказал. Ждите новых видосиков. Вот что я хочу. Я хочу слить героя в ноль и начать вообще с нуля их качать. То есть у меня такая идея. Мне пофиг на эти кубки. Я чисто за то, чтобы потрешивать. Все. Всем удачи. Всем пока.